учебный парусник «Крузенштерна» швартовался в порту Монтевидео. Российское судно встречали под звуки главного оркестра военно-морских сил Уругвая. На барк разрешили подняться местным жителям, а среди почетных гостей стал посол России в Уругвае Николай Сафинский. Крузенштерн действительно абсолютно правы, знает во всем мире, знает здесь. Это, в общем, действительно некий символ России. Поэтому, конечно, заход такого красавца, парусника сюда, это, в общем, явление. Это как раз признак того внимания, которое оказывается, и того интереса общественного, который вызывает. Курсанты, экипаж «Крузенштерна» оценили город как спокойный, красивый и уютный. Место, куда хотелось бы вернуться. Особенный шарм Монтевидео ощущается после почти 2 месяцев рейса. Это была прекрасная передышка перед очередным переходом. Сейчас парусник направляется в Аргентину.